Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Родина Реплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить маник по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня, пацаны, мы будем пробовать выбить красивые номера. В прошлом видео мы выбивали русские номера, но в этом видео мы будем выбивать украинские номера, потому что я думаю, есть зрители, которые есть с Украины, и лично мне будет интересно выбить украинские номера, потому что я сам живу в Украине, в Днепропетровской области. Мне будет реально интересно тоже выбить украинские номера. Я буду открывать номера где-то примерно 50 раз. Может быть больше, посмотрим по времени. Если мы убиваем что-то хорошее, то я заканчиваю эксперимент. Если нам ничего не упадает, то это будет реально плохо. Потому что в прошлый раз из русских номеров нам особо ничего интересного не выпало. Но возможно, с помощью украинских номеров нам выпадет что-нибудь интересное. Регион у меня, если что, АЕ. Поэтому мы будем использовать именно этот регион. Короче, давайте сначала телепортируемся. У меня есть 8 миллионов. Я думаю, этого с головы хватит, чтобы провести данный эксперимент. Я из регионов украинских знаю только АЕ и ААА. Но я думаю, будет интересно, реально. Будет интересно. Вот самое хреновое то, что здесь есть лимит. Вот, АЕ еще раз пишу. И нам нужно будет ждать каждый раз одну минуту, чтобы выбрать еще раз номер. Поэтому, пацаны, я вам не буду показывать весь процесс. Я буду вам это показывать в ускоренном виде. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Yeah.
Ну что ж, дамы и господа, я, получается, открыл 50 украинских номеров, и мне толком ничего хорошего не выпало. Но есть интересные такие номера, которые такие, знаете, полублатики, симпатичные, поэтому давайте я вам их покажу. Всего, получается, там несколько номеров у меня осталось. Так, самые нормальные номера, это где-то здесь, вот, один из них. Номер есть такой симпатичный, чисто, знаете, зеркальные номера, АЕ-95-95-ЕО. Выглядит прикольно, в принципе. Так, здесь у нас шо? Вот самый красивый номер, который, я считаю, мне выпал, это АЕ-АХ 5505. Вот самый симпатичный номер. Потом есть еще один номер, это АЕ-ХС-5566. Тоже, в принципе, неплохой номер, я считаю. Еще один номер, это у нас АЕ-6061. Короче, номера есть симпатичные, которые, в принципе, я, наверное, оставлю. Пусть они у меня будут. Я, скорее всего, поставлю какой-то из машин. Я думаю, это будет нормально. Сегодня мы открывали чисто украинские номера, а в прошлом видео мы открывали русские номера, поэтому если на этом ролике будет тоже хорошая активность, то в следующем видео мы будем открывать либо белорусские номера, либо казахстанские. Я посмотрю регионы, какие там есть, и вообще будем разбираться, что они из себя представляют. Короче, пацанчики, решил я купить сливу, потому что она мне нужна для следующего ролика, потому что я вам обещал пиздатый дрифт на сливе, но, как я понял, сейчас тюнинг не работает, поэтому нету разницы брать стоковую сливу, либо в полном тюнинге, потому что они будут ехать как бы одинаково. Поэтому здесь сливу одну продают за 8 миллионов, вторую продают за 5 миллионов, но здесь пробег побольше, там пробег 87 километров, здесь пробег 1100 километров. Я, конечно же, на пробег не дрочу, поэтому мне все равно, скорее всего, давайте мы купим вот эту сливу. Пробег здесь как бы большой, но вообще пофиг просто. Ну, типа, какая разница, какой пробег? Тем более, нам чисто для дрифта нужна она, для видосика. Я думаю, без разницы, поэтому покупаем 5 миллионов, белая слива. И сейчас на нее еще поставим украинские номера, посмотрим, как они будут выглядеть. Наконец-то я смог это сделать. Только я на сливу. Почему я на сливу не могу поставить номер? На гелик могу поставить, а на сливу нет. Я снял номера, здесь тоже транзиты появились. Ну и там тоже сейчас транзиты стоят. Может, мне надо перезайти? Короче, я хрен знает, пацан, но вот так вот выглядят украинские номера. Давайте сзади посмотрим. Не, ну выглядит, в принципе, неплохо, я считаю. Выглядит реально неплохо, поэтому, возможно, я даже на гелике украинские номера и оставлю. Конечно, какие-то они маловаты, да, такие маленькие какие-то номера. Не, ну смотрится неплохо, мне нравится. АЕ, АХА. А если что, это мой регион. Я живу в Днепропетровской области. Поэтому смотрятся они довольно-таки неплохо. Мне нравятся, пацаны. Мне нравится, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.